утро, друзья. Мы делаем небольшой краткий обзор отеля. Сейчас мы идем на завтрак. И... Да. Покажу вам тут, как все происходит. Так, это какие-то мюсли. Даша, что здесь? Здесь находится бекон, рыба, овощи какие-то, фрукты, ананасик, сушки. И на вид они такие не очень. Я их точно есть не буду. Так, ну вот мы двинулись уже. Мы пообедали, позавтракали, двинулись сейчас в номер. Мы живем на 4-м этаже. Всего в отеле 6 этажей. Вот, все, как я уже говорила, все друзья живут здесь. Ребята из Empire тоже живут на 4-м этаже, но на самом деле мы почти с ними не встречаемся. Акбар, расскажи, пожалуйста, для зрителей. Ты в кадре, я тебя не буду показывать. Как вы вчера, почему у вас не получилось вчера? Сильно расстроились? Нам туда вроде бы. Очень сильно. Ну, серьезно, вообще ожидали такой результат? С этим или все-таки были думали? Готовы же. Были готовы или не были? Были готовы к такому исходу. Ну, то есть для вас как бы не стало особо неожиданностью? Ну да, наверное. Ну а как Ваня? Не знаю, что он говорит по этому поводу. Не поддаваться расстройству. В следующий раз победим. Ну ок, а вообще как с китайцем этим парнишей было нормально? Ну общаться, или он совсем как бы не разговаривал? Вроде как-то общались. Ну хорошо, спасибо тебе. У нас номер 4071. Здесь можно попить чай, кофе, все что ты хочешь. Сейф. Если честно, даже сейф тут стоит. Так, а ну-ка, где-то открывается штучка. Не знаю. Ну ладно. Вот, собственно, в номере одна комната, две кровати, тумбочка, я не знаю, стол, ноут. Вот так вот выглядит. Плазма висит. Ну, в общем, все красиво, все чистенько. Наверное, уже я попрощаюсь с вами и увидимся на канале на Нави совсем скоро. Ждите еще много интересного контента, видосов, интервьюшек. Так что до скорых встреч и увидимся.